Взглянуть на мир новыми глазами. Впервые в Вологде врачи офтальмологического отделения областной больницы провели сложную операцию 6-месячному ребенку. До этого подобные операции проводились только в 2 этапа или же в федеральных клиниках. Подробнее об этом Александра Шер. Практически сразу после рождения у маленького вологжанина врачи обнаружили врожденную катаракту, из-за которой ребенок мог различать только свет. Чтобы спасти зрение, нужно было удалить мутный хрусталик и взамен установить искусственный. Раньше столь сложную операцию таким маленьким пациентам делали только в Москве или Санкт-Петербурге, в Вологде же только в 2 этапа. На первом году жизни убирался мутный хрусталик, дальше давался доступ света на сетчатку. Ребенок дальше должен был пользоваться либо контактной линзой, либо тренировочными очками, а имплантация искусственного хрусталика осуществлялась вторым этапом в возрасте ближе к 3 годам. Сложность данной ситуации в основном не в техническом исполнении операции, а в сложности расчета искусственного хрусталика для детей раннего возраста. Ведь хрусталик устанавливается раз и на всю жизнь, что называется на вырост. В этот раз его удалось подобрать для 6-месячного пациента. Таким образом, он перенес одну операцию вместо 2. Делать прогнозы врачи пока остерегаются. Сетчатка глаза первые полгода жизни малыша не развивалась. Чтобы ее разработать, нужно время и кропотливое лечение. Однако саму операцию медики называют успешной и планируют и в будущем оказывать вологжанам такую помощь. Александра Шер, Максим Тышковец, Вологда Портал.